перекрытие мы планируем до конца года. Но, конечно же, будем прилагать усилия, чтобы это закончилось ко дню города, чтобы уже был проход и проезд. Основное, что там делается, конечно же, замена коммуникаций. Пример покрытия проезжей части, пример Тираспольской площади, тротуар, гранитная плитка. Какая стоимость? Более 20 миллионов. Мы перекрываем до конца года, до декабря, но планируем к дню города, будем стараться, чтобы открыть проезжую часть, пешеходную часть. К этому дню? Этого года, да. А потом снова перекроем? Нет, потом уже мелкие работы будем доделывать без перекрытия. Спасибо.